В воскресенье в Первоуральске проводят масленицу. Центральной площадкой для праздничных гулянец станет парк новой культуры. Организаторы обещают зарядить горожан позитивом и отличным настроением. Проводить зиму хотят с особым размахом и весельем. В программе праздника традиционные масленичные забавы, эстафеты и конкурсы. Для первоуральцев выступят фольклорные коллективы, будут работать интерактивные площадки и фотозона. Жители порадуют огненным шоу. Масленичные гуляния начнутся в 11 часов сразу на нескольких площадках парка новой культуры. Кроме того, как говорят организаторы, участников викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, которые придут на праздник с 12 до 14 часов, ждет сюрприз. Завершатся гуляния традиционным сожжением чучела масленицы.